Принятие правительством Азербайджана нового этапа партнерской программы продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ожидается в скором времени. Сотрудничество предполагает взаимодействие по различным направлениям, в том числе управление и сокращение пищевых отходов, лесного хозяйства, использование водных ресурсов и развитие рыболовства. По информации азербайджанского подразделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, решение технических проблем в регионах может привести к конкретным результатам на местах и повысит качество жизни населения, особенно в сельских местностях Азербайджана. Кроме того, это отразится на мероприятиях по охране окружающей среды. Один из обсуждаемых с правительством проектов связан с управлением пищевыми отходами. Кстати, сейчас у нас один проект есть. Это проект региональный, который мы вместе с государством работаем с Food Safety Agency и еще Министерство агрокультуры, мы вместе сделали первый вариант, начальный вариант стратегии по Food Loss and Waste. И мы планируем в новом этапе проекта перейти к практическим делам. В процессе реализации проектов планируется использовать опыт Турции. В этой стране добились очень значительных результатов в аграрном производстве и обеспечении продовольственной безопасности. В Азербайджане помимо вышеперечисленных сфер, проекты ФАО направлены на восстановление лесов, увеличение насаждений, развитие рыбного хозяйства, а также поддержку конкретных инициатив на освобожденных территориях. Один из проектов касается заповедника в Зангелане, над которым организация работает совместно с Министерством экологии. Планируется новый проект в селе Агали, вы знаете, что Smart Village называется, Агалычан. Мы вместе с государством планируем там большой проект сделать, чтобы, как сказать, увеличить знания там местных жителей, которые они там переселились, у них, ну как сказать, вот 30 лет они жили в городе. Теперь они возвращаются в сельские места. Мы должны их знания, чтобы укрепить, чтобы они завтра смогли заниматься с новыми технологиями в сельском хозяйстве. Азербайджан сотрудничает с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН более 20 лет. Взаимодействие осуществляется на основе 5-летних программных документов и направлено на поддержку приоритетных отраслей страны. Самир Арзаева, CBC.